AliExpress – это всемирно известная торговая площадка, на которой китайцы предлагают приобрести воистину удивительные вещи. Да и нередко цены на данные вещи достаточно низкие. Здравствуйте, вы на канале Дмитрий Завьялов, и это еще одна подборка с полезными товарами с AliExpress. Открывает нашу подборку карманный тепловизор. Это устройство упрощает проведение диагностики электрооборудования и осмотров зданий благодаря качественному инфракрасному изображению в реальном времени. Диапазон измеряемых температур колеблется от минус 10 до плюс 150 градусов Цельсия. Есть функция фото и видеозаписи. Значения температуры выводятся на сенсорный ЖК-дисплей. У прибора имеется меню с множеством настроек. Полученные данные можно передавать на компьютер или на смартфон через Wi-Fi или USB-соединение. Энергоснабжение обеспечено литий-ионной аккумуляторной батареей с напряжением 3,7 вольта и временем постоянного функционирования до 2 часов. Конечно, цена этого устройства не очень низкая, колеблется в пределах от 35 до 50 тысяч рублей, но вы можете купить его дешевле, воспользовавшись кэшбэк-сервисом Cash4Brands. С ними вы вернете часть потраченных денег при покупке в большинстве магазинов. Также есть удобные расширения для браузера, которые напомнят вам о кэшбэке, если вы зайдете на сайт партнера. А удобное мобильное приложение, которое, между прочим, в Play Market получило очень высокую оценку, поможет экономить, если вы зашли с мобильного устройства. Регистрируйтесь и экономьте на покупках. И это еще не все. В данном кэшбэк-сервисе минимальная сумма для вывода отсутствует, и можно вывести хоть 1 рубль. Переходите по ссылке в описании, ну а мы продолжаем. Часто пребываете в стрессовых ситуациях, где холодная голова крайне необходима? Тогда вам выпал уникальный шанс приобрести антистрессовую игрушку всего за 120 рублей. Соединенные перемычками грани позволяют создавать самые разнообразные конструкции, успокаивая нервную систему и улучшая моторику рук. К тому же игрушка «Бесконечный куб» является профилактическим средством при лечении ранней формы аутизма. Стильные часы-будильник с функцией Bluetooth-колонки от компании Xiaomi. Небольшие размеры, отсутствие острых углов завораживает исполнение, так как циферблат этих часов расположен за сеткой динамика и цифры в нем постоянно подсвечиваются. Встроенный модуль Bluetooth позволяет синхронизировать работу динамика со смартфоном, а аккумуляторная батарея емкостью 2600 мАч обеспечивает работу устройства в спящем режиме до 360 часов. Теперь можно удалить даже самые тонкие линии на листе бумаги, а поможет в этом электрический ластик. Эргономически правильная рукоять, удобно располагается в руке. Работает он от двух батареек типа 3А. Продается в надежном блистере вместе с запасными ластиками в количестве 8 штук. Рисование является смыслом вашей жизни или приятным хобби? Тогда спешите приобрести встроенный планшет, созданный как для рисования, так и создания точных копий других рисунков. Освещение по всей площади планшета обеспечивает качественный и яркий экран с регулировкой подсветки, выполненный по технологии LED. Из-за этого существенно снижается нагрузка на глаза во время работы. Для создания прочного стекла добавляют специальную акриловую основу. Имеется USB-разъем специально для синхронизации с другими устройствами. С наступлением осенних дождей и зимних холодов сухие ноги являются важной составляющей комфорта. Удобные и качественные носки с подогревом готовы обеспечить требуемый комфорт. Материал состоит на 5% из натуральной шерсти, 85% акрила и 10% спандекса. Нижняя часть подошвы имеет подогрев, который активизируется при подключении USB-кабеля, например, к переносному зарядному устройству для смартфона. Также важно знать, что носки нельзя стирать в стиральной машине. Допускается только ручная стирка в холодной воде. В комплекте поставляется специальный USB-адаптер. Порадуйте своего ребенка и купите для него удобный столик в автомобиль, всего за 500 рублей. Малыш сможет с пользой проводить время даже в дороге, предаваясь любимому рисованию, собирая конструктор или просматривая мультфильмы за ноутбуком. Столик необычайно удобен, устанавливается на две цельные ножки, имеет грани по периметру специально для того, чтобы мелкие детали, шариковые ручки или карандаши, не разлетались по всему салону при резких поворотах. Также по бокам предусмотрена специальная сетка, в которую можно укладывать необходимые в дороге вещи. Размеры составляют 30 на 40 сантиметров. Всего за 800 рублей на Али можно приобрести настоящую маленькую модель квадрокоптера. Это уникальное устройство, размеры которого намного меньше, чем его пульт для дистанционного управления. Изготовлен из металла и пластика и способен продержаться в воздухе от 4 до 5 минут. Предусмотрены 4 канала управления. Зарядка аккумуляторной батареи происходит посредством подключения USB-кабеля. Для полной зарядки хватает от 40 минут до 1 часа. Компания-изготовитель предоставляет гарантийный срок на работу устройства в течение 1 года.
Приходится часто возвращаться домой по темноте, а фонарик постоянно теряется или забываешь его дома? Тогда следует приобрести очки ночного видения всего за 520 рублей. Производитель гарантирует хорошую видимость на расстоянии ближайших 25 футов. Вес составляет всего 289 грамм. А удобные эргономические и правильные дужки позволяют с удобством носить очки даже в течение длительного промежутка времени. Очки обладают достаточно долгим сроком эксплуатации. Энергопитание обеспечено 4 батареями типа 3А. Не каждый из нас постоянно следит за своей осанкой, и в скором времени боли в спине становятся постоянным спутником в жизни. Чтобы избежать подобных последствий, следует немедленно приобрести корректор осанки. Является основой для постоянного поддержания спины в правильном положении. Имеет широкое разнообразие размеров, а также цветовых решений. Практически не ощущается на теле. Производитель предупреждает о неприятном синтетическом запахе, который исчезнет после первого замачивания в холодной воде. Стоимость корректора осанки составляет всего 500 рублей. Надеюсь, вам понравилась подборка. Напишите в комментариях, какой товар вы считаете полезным. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч!